по приказу атамана был издан приказ номер 6. Вот. Этот приказ был передан дежурному по Анапскому районному казачьему обществу, который в телефонном режиме оповестил всех заинтересованных лиц, которых касается этот приказ. Я как командир дружины оповестил всех командиров взводов, командиров отделений, дежурящих на транспорте в аэропорту и на ЖД вокзале, о принятии экстренных незамедлительных мер для усиления контроля. То есть тут же были взяты под охрану, выставлены посты на входе в автовокзал. Вот. На перрон тут же были выставлены посты. Ну, вы как обратили внимание, если были в том районе, что весь периметр оцеплен, охвачен, и посторонние на территорию не допускаются. Только через рамку, только через досмотр. Работа казаков идет в тесном сотрудничестве с силовыми структурами и администрацией курорта. На контроль взяты не только аэропорт, железнодорожные и автовокзалы, но и другие социальные объекты – школы, больницы, детские сады. Дежурство ведется как в городе, так и в сельских округах муниципалитета. Осуществлять контроль путем обхода, путем выявления лиц, посторонних, находящихся в населенном пункте. В случае выявления таких недостатков тут же связывается или с дежурной частью МВД, или с дежурной частью ФСБ России, а также докладывается дежурному по районному, Анапскому районному казачьему обществу. Ставится в известность атаман. И, естественно, если это сильно подозрительно, проводятся проверки. Вот. Контроль осуществляется над всеми объектами.